Приветствую всех, это Бог войны. Продолжаем. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то тебе нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Вернитесь в храм Тора. Ну что, продолжим путешествие. Куда нам плыть? Мне непонятно, где у него дополнительные задачи вот эти. Клад. Помогите Синдри найти точило Фарнира. Где этот Точило нам искать? А, вот она, скорее всего, вот это и помечает. Давайте, знаете, что сплаваем. Посмотрим, что у нас за место такое здесь. То есть, а в чем резон был вообще с одной точки в другую? Ладно. Ну, плывем туда на миссию. Я здесь вроде бы все подкрывал. Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. В свете мне показалось, что прошло совсем немного времени. Если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард, к Черному Дыханию? Или тут еще дела остались? Так, что стало с моряками, которые перепили морской воды? Они клялись, что сирены, злые существа, которые пели им, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой, ну, хорошо, что я не пил морскую воду, да? Это так. Так, я вижу какую-то висящую на дереве что-то. Это можно сбить. Только вопрос, где нам тут пристать. Стоп, это не сюда. Где эта висящая штука? На дереве.
Ой. То есть как-то ее там сбить можно было? Я ее отсюда не вижу уже. То есть ее нигде не видно. Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Ай, короче, и ладно, все. Наплевать на это. Ну, к делу. Так, что у нас здесь? Вы потеряли предметы, оставив их на поле боя. Щелкните мыши, чтобы вызвать меню потери предметов. Гравированная эмблема недоступности, неотступности. В смысле, что я там мог потерять? +18 плюс опять начинается, добавляет силу, снижает, да, и то снижает силу, а если вообще ничего не убирать. Броня для рук, я, короче, без брони до сих пор бегаю. Восстановление, да, долго, то есть у плюс, так. Так, нагрудная броня. Руны 20, так, сил. А наши, что у нас есть, как бы так. А тебе, юноша? Честно говоря, я тут не очень люблю в этих настройках. Хорошо, я понял. Что там одевать лучше, что хуже, я не понимаю. Как-то одно улучшает, другое ухудшает. И не по мне это вообще. Так. Ладно, бежим дальше. Пока мне мало это все понятно здесь. Уже столько прохожу и все равно не понимаю, что, куда, к чему и зачем. То есть немножко в понимании для меня лично игра сложная. Что? Должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она, ее страх. Если повторится, скажешь мне, ясно? Обещаю. Что написано? Что-то про вечную войну за свет. Как думаешь, мы ее остановили? Вряд ли. Получено. 29 опыта. То есть я когда сюда пробегал, я сундука этого что ли не видел? Ничего не понимаю. Как я мог пропустить в прошлый раз такие вещи? Вообще, взобраться можно как-то, чтобы попасть в те края? Стоит ли вообще это делать? Ладно, двигаемся дальше. Куда дальше? Какие-то сокрытые вещи себе пропустил, то уже... Извините. Я живой человек, поэтому могу где-то... Стараюсь все проверять. Стоп, а что я здесь увидел? Какой-то звук был и непонятно. Что и почему. Карта. Нам бы направо попасть. Да только чтобы не пропасть. Тут ничего, никого. И что? Лавка Брока.
То есть мы не открыли портал еще, правильно? Что теперь? Свет у нас в Мидгард. Стороны, да, можно дотронуться. Трогаем свет. Мидгард — это центр всех миров. Для возвращения Мидгард нажмите R. А, все, я понял. Мир доступен. Мир недоступен. Мир недоступен. Мир закрыт. Закрыт. Недоступен. Недоступен. Мир закрыт. И чё? Мир доступен. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. И что? Ой. Так, это что? Причал остров смерти. Так. Клад фарни... Вот! Ё-моё! А как нам туда попасть? Островная башня. Так, а это что? Это предгорье. Вход закрытый чертог Одина. Так. Я понимать. То есть нам надо каким-то образом попасть вот в эту точку. Редкореси. Ну давайте пойдем, куда нам указывают. Все-таки мы игру проходим, правильно? А, не мучаем зрителя. Это уже не я иду. Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Да, о своем брате. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Я тоже хотел спросить. Так лучше, то есть решил за Кратоса, так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. Ядрит Мадрид. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю. Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Найдем, он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Душа вторых рук удерживает просьбу. Войти, он... Какие-то, короче... Мне нужен этот алхимик, родники, чтобы сделать кое-что для вас. Найди его в ваших интересах. Давайте глянем вообще, у вас портал открывается еще для чего-нибудь? То есть есть какая-то... Лавка Брока. Ну ясно, то есть только в одну точку. Угу,
Так, нам наверх и налево. Но тут как-то с картой, если честно, мне непонятно. Тут очень сложно. Ну, что вы там нашли? Так, нагрудная броня, смотрим. Плюс 2 силы и защиту дает. Удачу снимает. Так. Кираса Кратоса. Ого. Защиту, только защита. Так. Металлические наплечники. Плюс 4 силы. В принципе, если собрать как комплект полностью. Правильно? А то Кратос у нас голышом. А плечи Кираса. То есть, а плечи добавлять защиты 23. И тут только 17 защиты. И так, тут плюс 2 силы. Так. Повышение сопротивления холода, огню, яду на 30% суммируется до 80%. Так. А, то есть, вот, я не могу создать, мне не хватает. Все, я понял, это... То есть, это надо все создавать, как я понимаю, да? То есть... Что-нибудь для мальца? Для мальца. Для мальца без яйца, так. Не знаю, мы бегаем с этим, как бы так. Что-нибудь еще? Я не сильно, может быть, и за счет этого я не сильно, как бы, себя улучшаю, то есть, в драках, то есть, к примеру. Так, что у нас вот здесь? Чары. Создать редкие чары, обычные чары. Чары повышают случайно выбранные характеристики и дающие так. А что тут? Недостаточно ресурсов. У нас порошка не хватает, да? Да и хрен бы с вами. Да, я тоже так считаю. Оп. Мне показалось, что я могу взаимодействовать с чем-то. С чем-либо. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или по броди? Решай. Ой, я птичку убил. Так. Где тут глаз Одина? Тут летали они. Ящерки. Так, я взаимодействовать могу. И что это? О! Я о многом тут не знаю, оказывается. Какие-то механизмы, что они мне дают. Я не знаю. Это... И что? А это что? Рог. Вот отверстие. Подуем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Да. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Чутьем, да. Я знал! Мы дуем в рог! Нет, мы испытываем твою волю. Воля у меня есть, сколько хочешь. Так, ладно, двигаемся дальше. Мы уже видели эту статую Торы, когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит... Хорошо. Это что сейчас было? То есть монстры становятся мощнее, ты понимаешь? А спину бить некрасиво. Вот так, напополам. Ой, я про топор забыл. Так. Давайте посчитаем, что это. Что мы страшнее Драугра? Быстрый Драугр. Мама говорила, что некоторые живые мертвецы обладают особыми талантами. Эти, например, умеют пускать огонь из ног и стремительно бегать по полю боя.
Ясно. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Так, вот что я хотел бы сейчас сделать, да? Я хотел бы сплавать вот сюда. Клад Фаранера. Вот так. Давайте мы сначала его отследим. Это просто птицы. Вот, эти змея, это все. Мировой змей с прошлой серии. Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Я понял. Так. Ну-ка. Так, опускаемся. Нам это сейчас к лодочке. Смотровая башня. Когда играешь несколько игр, есть шанс того, что будет путаться. Угу. Не достает все равно. Идем в лодку. И плывем на драгоценности Фарнера. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Мировой змей. Я же говорил, он большой. Ну да, он огромный. Но нам не мировой змей нужен. Нам нужен проход вот в эту часть карты. Так. Вот это что это у нас? Причал. Остров смерти. Ага. То есть, возможно, нам еще понадобится сюда приплывать. Давайте посмотрим. Могу ли я здесь что-нибудь сделать, если как-то причалится? Нет. Область открытая, враг Фарнера. Ну что, а, все, мы расскажешь что-нибудь интересное? Куда, какая куда нам история? Ну как же, мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Хм. Одна из них была про зайца и черепаху. Продолжим в другой раз. Ага. Да. Так, ну мы открыли. Мы открыли проход. Стопочки, подождите-ка. Если у нас эти открывают, ладно. То есть, вот эти вот регионы открывают вход в рак турнира. То есть, значит, там что-то, возможно, мы не дошли до чего-то. Ладно. Так, я тут сохранился. Сокровища разных миров. А Фафнер бывал в Альфхейме? Я не знаю. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Да. Мне напоминает Кратос некоторых людей мне знакомых, которым ни искусство, ничего не интересно. Поэтому ни история. Просто живу так, примитивными какими-то интересами. О! Птушка. Есть. Наконец-то. А один птиц есть. Увы, труп нельзя. Так. Жаль, мне никто комментарий не пишет. Может, я там где что пропускаю? На карте. Ой, на карте. На видео. Но мне об этом не сообщают. Так. Змей там тарахтит. Давай, открывай.
И что это? Рубленое серебро. Наберем серебра и будем богачами. Так. Долго он рубится. А, все. Я чуть не заглупил. Ясно. Короче, мы открыли. Парни. Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Ну хорошо, открыто, открыто. Лавка, так. Я могу сделать что угодно. Ну, он, в принципе, броня от Рея. Чем могу служить? Прочная сталь, короче, какая-то нужна. Увеличение урона, смотрим, в ближнем бою. Угу. Ну, давайте создадим. Это понятно, тебе как влетает? То есть мы этого не создадим, да? Так, стоп, подождите. А, что-то еще? Нагрудная броня. Один из сердца древнего. Кирасу. Кирасу. Мы можем кирасу, да? Почему-то у него я могу кирасу. А плечи древних не хватает. Тоника. Ладно, пока голышом побегаем. Если ты не спешишь... Пришел такой Кратос и все, все рушит тут. Нормально тогда. Так, мы все соберем. Все соберем, никому ничего не оставим. Он ждет, когда я, да? Угу. Тут никаких секретов вообще нету. Все, наверное, скорее всего, где-то что-то пропускаю. Не все. Разбойники. Ой, похоже, они успели первыми. Где он их увидел? Я там слышу какие-то вопли. Целого топора испугался. Нажимал! Ну что это такое?
Ладно, не слышу. Ищи другой вход. А, это вот что мне травит. Гадость какая. Все, я понял. Так. Ай. Ой, а зачем это делать? Ладно. Я понимать. О! Я слышал, где этот. 7 из 51. Хорошо. Так. Опять сундуки. Ну, это так и понимаешь, что без конца. Каждая локация сундуки, сундуки, сундуки. Так, его надо открыть каким-то образом. Так. Что это? Я слышу опять крик вот этой вот совы. У нее звук отличается. Вот. Где-то там. Глаза Одина. Нет. Мне кажется, да. Вот я слышу, вот слышу, что это. Так делает глаз Одина. Да. А, вот они, все, так. Два есть. Интересно, сколько локаций в каждой этих глаз? Так, что-то мы нашли ценное, которое нам понадобится для доспехов. Кстати, если присмотреться, доспехи там разных оттенков. То есть так обычно в играх делают там хорошие, то есть средние доспехи лучше. А, все, увидел. Так. Надо стать так, чтобы доставать до всех этих. Наверху что-то есть. Ай, ё-моё, я просто. Не успел, да? А, не успел. Какой я молодец. И что это? Рог. Рог меда крови. Два из трех рогов меда крови. Необходим для увеличения вашего. Хорошо. Что он говорил? Что это? Где? Атрей, ты меня это вот отвлекаешь. Такими непотребностями. Атрей, ко мне! Я иду, иду! Атрей, пас. Пас, вернее. Не будем смотреть, просто 8.51, все понятно. Сколько таких глаз у... А, сюда войти... А, все, можно. Все, давай. Слово, конечно. Так. Сын? Слушаюсь. Везде сына зовет. Еще одна карта сокровищ. Пусть путь будет долгим, поэтому я беру с собой лишь самое необходимое. Остальные пожитки останутся под бдительным присмотром каменного лика, пока я не вернусь. Легендарные чары, ледниковый катализатор, прочная сталь. Все, нормально. Ну что, активируем.
Найдите точило. Разбойники пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Там падение. Тут никаких висящих и не висящих предметов нету. Это какая-то Z. Я так понимаю, что нам пометили, чтобы мы ориентировались, не заблудились. Охладись! Не трогай Атрея. А чего у меня так хп мало? Что за бред? Дурацкие горшки. Я ж не получал. Никаких сокровищ и точильного камня. Не радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. А в смысле радоваться? Я, видно, в горшок попал, взрывной. Тут все лечильное. И что мы взяли? Камень фармера. Так. Ну тут кругом хп. Ничего интересного. Так, все, здесь мы побыли. То есть будем брать каждый камень, скорее всего, он будет портироваться. А тоже серию как. Тебя застали врасплох. Просто не ожидал. Именно. Кратос, не придирайся к ребенку. Так, сейчас зачищаем все эти и, наверное, возвращаемся, заканчиваем серию, потому что будет очень долго. Ай-яй-яй, вот это я дурачковатого включил. Ой-о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 й
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня убили. Да. Нет, ну это обы что. Подождите, в чем? Так, понял, хорошо. Хорошо, я понял. Ага, меня вот это еще убивает. Хорошо, что у меня есть неубиваемый. Убиваем, бегаем, 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 бегаем. А, так он еще и регенится. Yeah.
Да, я думал, тут все налегке. Вот так тебе, пысняк тебе. Бронза, убить трех троллей. Битва 2 из 3. Это тролль, что ли, был? Подождите, а кто это был? Здесь много того, что пригодится в дороге, а это главное, сын. Хотя многие сундуки не пустые. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. Да. Так, нас отравило. Вот, вот почему я еще погибал, то есть. Фу, с четвертого или третьего раза я это все сделал. А, то есть можно было это прекратить. Понял. А, не, ненадолго. То есть она все равно коптила бы. Ладно, это все хорошо. Пошли, Трей. Вообще, Трей молодец, кстати. Зря Кратос на него наезжает. Сейчас спасаем третий путь. Так, где Каркуша? Там летучая мушка. У меня хорошее предчувствие. Тут мы найдем точильный камень. Да я уже говорил, не радуйся прежде времени, сын. Да помню, я помню. Но у меня предчувствие. В смысле? Может, тут уже были? Может, здесь были? Ай-яй-яй-яй-яй! Кратос, не тупи! Просто тут куча кнопок нажимать. Я все не реагирую. Так, они ворачиваются. Да, Трей, ну убей, ты можешь без моего, вот понимаете, в чем смысл? Тут сложность в том, что, чтобы зажать топор и Атреем управлять. То есть одновременно надо все одним пальцем тыркать две или три кнопки. В этом вся сложность, то есть. А не того, что тяжелые эти. Не сложно вообще. То есть мне с ними легко. Так. Пойдем быстренько открывать третью эту дорогу. Уже пора завершать серию на этом.
Ой, ну как вам надоело еще. О! Вот гадина. В этот раз я был готов. Вижу. Да, я вижу. То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке. О, кого-то мне напоминает. Это надо уметь. Всегда кого-то мне это напоминает. Худшего. Как-то на рыбалочке. Не я надеяться тоже. На хорошее. И всегда быть готовым к атаке. Главное не перепутать. Вы что, издеваетесь, что ли? Мы будем сейчас по несколько раз открывать и закрывать ворота. Да. Так, ну что? Я это добуду когда-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это грызет, ну. Все. Я думал, он отрывом там занят. Почему это так надолго? Да не сложно, а тупо просто. Волки, ну успокойтесь или нет, а? На! Атрей как бы помогает, но не сильно. Ну, волк, ты умрешь ты или нет, а? Умри, достал. Ну что это такое? Точильного камня нет. И остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но... Может, мы его все-таки найдем? Нет. Это ужас какой-то. Точильный камень, да? Нет. Какой-то чешуи там, змея. Напряжно, напряжно. Так, ну что? Последний зал, да? Сейчас просто все по жести. Давайте, давайте. Где клоуны? Алло, клоуны, появляйтесь. В чем смысл твоего да? Так, сохранимся. И погнали. Так, здесь будет что-то интересное. Наверное, знаете что? Завершу пока я на этом серию. Продолжим в следующей серии. Так что жду всех просмотров. Всем пока.